Смотрите, сегодня беленький помылся дождиком. Всем привет, ребята! Вы на канале «Ушел по делам». Вот, ребят, сегодня я выбрался в лес. Хочу встретить лисят. Совсем недавно, 2 дня подряд, я встречал лисенка. Знаете, как экспертиза показывает? Проходил он по розыску. Розыск трехпалого. Это Шурик. И представляете, 2 дня мне получилось встретить Шурика. Вот не знаю, получится ли кого встретить и покормить. Ребят, еду я по дороге, и смотрите, Шурик идет. Шурик! Ну ты далеко забрел, брат. Я тебя у нор ждал. А ты здесь. Мокрый. Я тебе покушать принес. Сейчас я тебе дам. Подожди, Шурик. Смотрите, велосипед изучает, как чичи. На. Иди бери, кушай. Смотрите, а сегодня кушает. Не закапывает. Как у тебя дела-то? Смотрите, да, это Шурик, 3 пальца у него. На лапе. На, кушай. Смотрите, сегодня он потолстее. Откармливается. Только на брови ветку у него торчит. Я тебе там норку покидал. Нет никого, не бойся. Видите, опасается. Иди бери, кушай. Где гастролируешь ты? Я тебя ждал уже. Кто там? Нет никого. На. Шурик, там уже едут люди, на. Люди едут. Кушай. Вот еще 2 маленьких. Так, ребята, отключаюсь, чтобы люди не видели. Видите, он сразу навострился. Да, там еду. Давай быстрее бери, кушай. Кушай, прячься. Давай, прячься. Прячься. Шухер. Ну что, ребят, здесь люди прошли. Шурик убежал. Вон сидит. У норки. Привет. Ты что, теперь другую норку нашел? А? Шурик, на. А кто-то бежит. На, иди кушай. Кто-то на велике бежит. Кто-то на велике проехал. На. Кушай. Смотрите, сегодня беленький помылся дождик. Велосипед на месте. Все, ребят, последние кусочки. Смотрите, Шурик потолстел.
2 дня его покормил и уже потолстел. Передай привет подписчикам. Шурик, привет подписчикам передай. Все закончилось. Подписчикам привет скажешь? Это, смотрите, какой он стал. Пушистый, начал набирать. Ты что, норку поменял? Ты теперь здесь живешь? Смотрите, он какой вытянулся. Болероль. Это болероль. Камера, это камера, Шурик. Опять дернуть хочешь? Ну, брат, ты нормально сегодня покушал. Я там тебе в норке еще скинул. Сходи там, посмотри. Смотрите, какой он красивый. Вчера чумазенький такой был. Сегодня уже нормальный. А где все? Где малыш? Переставил, ребята, велосипед. С Шуриком хочу здесь немножко побыть. Соскучился, я его не видел, представляете, 2 месяца я его не видел. Все его семейство. И смотрите, один верный у меня товарищ приходит сюда ко мне. Остальные пропали, лисята. Смотрите, какой он классный. Шурик, невесту не нашел себе? Теперь один живешь. Смотрите, видите, как по сторонам он смотрит. 2 месяца назад, когда я их кормил, они еще маленькие были, пушистые. И они не были такие напуганные, потому что они норку свою не покидали. А сейчас он уже гастролирует по всему лесу. Вы знаете, он молодец. Вот люди стали подходить, и он соскочил. Ну да, не хочу больше знакомить диких животных с людьми, чтобы они не навредили лисам. И меня одного достаточно. Шурик. Он там на это, на жука охотится. Ой, ты красавец. Я прям, ребят, с ним здесь сижу в полметре от него. Здесь нора. Видите? Не знаю, ребят, видно нас, нет? Вот я, вот Шурик. Как у тебя дела-то, брат? Я скучал по тебе. Я уже не знал, что думать. Всем миром тебя искали. И все твое семейство. Смотрите, какой у него маникюрчик. Видите, на глазу там, на брови повисла антенна. Ты радист, да? Смотрите, окрасик ровненький становится, рыженький. Смотрите, какой он стал. Длинный. Это, ты пошел? Вытягивается. Он спал. Недавно встал. Ну, странно, что он у этих нор. Не его норы. Такой на движухе весь. Кого-то почувствовал. Брат, ну спина у тебя красивая, конечно. Может, ты ко мне повернешься? Сидим здесь вдвоем с ним. А больше нет никого. Странно. Вот здесь тоже раньше жили лисы. Но они крупнее были, чем Шурик. Разика, наверное, 2. Ну, на 3 месяца, наверное, постарше были. Вот последний фильм у меня был. Как раз отсюда был лисенок пушистый. Вот. А Шурик был самый крупный среди своих. И вот он один остался.
вот уходишь. Я. Чичи любил велосипед изучать. Смотрите, теперь Шурик изучает велосипед. Обычно они так прощались. Чичи меня по кругу обходил, велосипед понюхает. Вот. И уходили. Тоже педаль будешь грызть. Он учуял, там в пакете мясо было. Все, побежал. Все, прощаешься, Шурик? Ну давай, пока, я тоже поехал. Ну что, ребят, вот у нас получилось сегодня встретить Шурика. Это я уже встречаю третий день подряд. А других лисят я не вижу. Вот. И не видел уже около 2 месяцев. Вот за 2 месяца первый раз я встретил Шурика. Покормил его. Ну все, ребят, поеду я домой. Всем пока.